Видеопародия. Товарищи, дорогие друзья и боевые подруги, попрошу всех тишины. Выключите мобильники. Видеопародия. У меня есть к вам архиважное известие. Сегодня Серафим и Евдокия объединились, товарищи. Кстати, узами брака. А что это означает? Означает это то, товарищи, что сегодня мы наконец-то наедимся до отвала. Поэтому собирайте свои котомки, и мы выдвигаемся на эту свадьбу. О подарках можно не беспокоиться. Владимир Ильич все продумал. По случаю бракосочетания я прочту свой манифест непосредственно в ресторане. Ура, товарищи! Землю крестьянам, фабрики рабочим, кровать молодоженам, друзья! Ура! Громче, мать вашу!